Количество жалоб на укусы клещей заметно уменьшилось. Если в начале лета специалисты регистрировали около 200 обращений в неделю, то сейчас насчитывается 30-40 случаев. В конце прошлого месяца отмечены случаи укусов клещей на территории озера Байкал, на Ольхоне, Малом море, в Листвянке и Слюдянке. С начала сезона с укусами клещей обратилось 1084 человека в этом году. В прошлом году практически те же цифры, плюс-минус 10 человек.